«Казатомпром» сохраняет позицию самого крупного продавца природного урана, тем самым укрепив свой статус надежного партнера и поставщика топлива для атомной отрасли. Об этом председателю Совета по управлению фонда «Самрук-Казына» рассказал глава «Казатомпрома». По словам Галымжана Пирматова, компания достигла всех запланированных показателей, а по отдельным превзошла планы 2020 года. И это несмотря на вызовы глобальной пандемии. За прошлый год чистая прибыль 221 миллиардов тенге, а дивидендов выплатим 150 миллиардов тенге. В итоге за 2018-2021 годы 491 миллиардов тенге общих дивидендов компания выплатит. Хотел доложить о ситуации коронавируса. На сегодняшний день больше 20% сотрудников компании провакцинировано. Эту работу активно будем дальше продолжать. Цель – достичь более 70% по компании.